наш друг, замечательный музыкант и композитор Сережа Конос, и вы будете ее первыми слушателями. Извините, если я что-то не выгребу. Миша. Сережа, пожалуйста, подыграй нам. Я тебя очень прошу. Спасибо. Очень хорошая песня, но хочется мне и тут. Ну, хорошо. Микрофон. Садитесь. У нас солидный концерт. Давайте вот без этого сядем красиво, все. Не, а вы не шутитесь. Я к нему снимаю. Мы вернулись, как же радостно нам видеть ваши лица. Мы с гитарой, мы подумали, зачем не зря пылиться. Мы вернулись, и пусть дует нынче новые ветра. Мы соскучились по песням у костра до утра. Мы вернулись, словно книгу сняли прошлое мы с полки. Есть надежда, что вернулись не как муж с командировки. Мы вернулись, и пластинку точно детскую. Мы заводим, чтобы слушать про пчелу в речную луну. Докопаться, что же все-таки в итоге в том далеком, неоконченном когда-то диалоге. Мы вернулись постигать законы истинного дна, и в том будет нам помощницей она, чайхана. Мы вернулись, чтобы ноткою звенеть в общем аккорде, не мешая быть кому-то сладкой ягодкой на торте. Мы вернулись, здесь не надо слишком многого уметь, нужно кое-что немногое иметь, чтобы петь. Мы вернулись, потому что наша молодость бесценна, потому что мы когда-то полюбили эту сцену. Мы вернулись, потому как здесь особая среда, и нам кажется, вернулись мы сюда навсегда. Ой. Браво, браво, браво.